В Мексике число заболевших лихорадкой Зика возросло почти до 1300 человек. По данным Министерства здравоохранения, только за последние 19 дней количество инфицированных увеличилось сразу почти на 500 человек. Среди больных уже 612 беременных. При этом пока в стране не выявлено ни одного нового случая заболевания микроцефалии мозга у младенцев. Отмечу, вирус Зика передается человеку через комаров или же половым путем.